Так, и всем привет, с вами Влад. И сегодня мы постараемся добыть как минимум 10 тысяч на балансе, имея ничего на руках и никаких денег. Для начала зайдем на анархию. Вот. Идем к порталу. Думаю, выберем 11. Так. Для начала, конечно, мы будем добывать дерево. Добыли 3 дерева. Сразу же крафтим верстак и палки. Крафтим кирку и идем в шахту. Копаем, ну, штучек 15 булыжника и идем наверх добывать еще дерево. Как видите, справа у нас очень, ну, типа, 0 на балансе монет и новый аккаунт. Вот. Скрафтив кирку и топор, идем дальше в шахту искать железо. Найдя шахту, аккуратненько спускаемся и копаем все ценные руды. Нам очень повезло, мы нашли гравий. С помощью него мы можем очень хорошо разбогатеть. А еще кремень можно продавать с железом, потому что огниво здесь стоит, ну, монет 200. А еще мы нашли железо. И с помощью железа мы скрафтим ножницы и будем добывать листву. Переплавляем железо в печке, чтобы скрафтить потом ножницы и сделать огниво. Первое огниво сделано. Продаем его за 200. Думаю, хоть кто-то купит. Крафтим еще 3 огнива. И продаем еще по 200. И пишем в чат: Жига на ах. И пойдем дальше копать гравий. Как я понял по этому блоку, эта шахта уже залутана. Но зато здесь оставили много железа. А еще крипера. Меняем ставку зажигалки, потому что ее никто не покупает. За 150. А сейчас я не понял, что за визор тут стоит. А вот у нас купили зажигалку. Далее ищем пустыню, чтобы продавать песок. И тем же временем продаем гравий. Меня кто-то хочет убить. И я получил кожаные ботинки. Защита 2. Ну, пожалуй, одену. Что? Я, походу, нашел грибной. А, нет. А, или что? Что? Непонятно. Так, я нашел тут всякие записи старых людей. Очень старых. Привет, меня зовут Филипп. Я не знаю, как тебя зовут, но, короче, запревать территорию. У тебя запревается территория. Очень интересные записи. Прям очень. Тем временем у нас уже 355 монет. Бля, я нахуй буду, если залетит это видео. Опа-на, мы нашли дубовый лес, в котором мы сейчас и заселимся ненадолго.
Крафтим ножницы и пойдем вырубать лес. Так, получается, это дубовые. Да, дубовые. Вот. Нам нужно как минимум стак. Короче, все выкапываем и бирюзовые выкидываем. Точнее, березовые. Так, я нашел чью-то базу, и тут ничего нету полезного. Так, и продаем все дубовые листья. Тем временем у нас на счету 669 монет. О, у нас купили одну зажигалку. О, у нас купили одну зажигалку. У нас купили еще одну зажигалку. И меня убили, поздравляю. Ну что, начнем заново выживать. Теперь у нас нету ни железа, ни гравия, ничего. И, ребят, я так подумал, давайте сделаем две части. Как мы без доната, без ничего, добываем 10 тысяч монет. Потому что я не такой уж и про. И сделаем вторую часть. О, у нас купили еще одну зажигалку. А сейчас вопрос. Из-за какой-то лодки меня кикнули. Лодки проклятые. Что это за слово? И так у нас уже на счету почти 1000 за 8 минут ролика. Походу будем делать не две части, а четыре. Извините. Давайте добудем хоть камушка немножко. Так, убиваем крипера, получаем два пороха целых. Минуточку, два пороха целых. Ну, думаю, тоже продадим за 5. Ну а чё, могу себе позволить. Далее идем на аукцион, потому что у нас много денег. И покупаем нормальную лопату. И, как обычно, тут ее нету. Идем в драгоценности. Да, дороговато, дороговато все. Давайте найдем самую недорогую. Так, и этот за 29. Окей, покупаем. Ставим верстак и крафтим лопату. Ну что, погнали. Я вот так посчитал, я купил за 29 лопату. Если я продам хотя бы один стак лопат, ой, один стак песка, то я уже окуплюсь. И поэтому я думаю покупать лопаты и копать песок. Потому что это очень выгодно. Был небольшой потоп. Я думаю сделать еще раз бизнес на зажигалках. Вот у нас кремень есть. Так что... А, кстати, вот у нас купили порох. Ну и ладно. О, у нас купили еще одну зажигалку. И тем временем у нас почти 1000. Жаль, что за песок не дают опыт. У меня бы уже было бы около 30 уровней опыта. Итак, я накопал немножко песка. И сейчас будем продавать его. Смысл этого видео... То, что и за 10 минут мы можем накопить уже почти 2000. Так что, ребят, вот так вот не надо. Пацаны, кто даст денег? Ну, вот зачем? Там за 10 минут уже можно вот 2000 с нуля просто. А если у тебя уже автоферма есть, то это вообще легко будет. Там за часа 3 уже по 40 тысяч получаешь. Так что, ребят,
Вывод. Не попрошайничайте. Второй вывод. Денег можно очень легко и много заработать. И я не буду ему отдавать деньги свои. Все. Всем пока. Всем удачи.